Смотрите, какой закат красивый. Да-да-да. Вот это вот я видел уже. Вот этот объект. Какой-то круглый совсем. Он был сейчас... Не можешь удержать далеко. Он круглый, Ксения, в камере. Да. Да, странно вообще. Вот я его видел уже ночью, в 3 часа ночи встал. Дирижабль? Дирижабль круглый. Смотри, какой он круглый, как шарик. А до этого был... Сейчас посмотрим, как он пропадет. Но тогда он внезапно пропал. Опс. А, нет, ты... Блин. Я просто это... Я уже на него смотрю, мне кажется, это комет. Ну-ка, приближай обратно, пусть будет. Мне кажется, он так летит внизу. Тихо. Да не летит, он на месте стоит. Но вот такое ощущение, что до него на самом деле-то очень далеко. А если подумать, то нет, недалеко? Кто его знает? Он прямо внутри как переливается, смотри-ка ты чё. Ага, слушай, ужас какой-то. Вообще, вот, я тебе как покажу, подними, ну потом посмотришь на этом. Сейчас Пипа снимет. Ё-моё, как тут. Смотри, как он переливается внутри. Переливается внутри. О боже. Мамочка, сейчас кого-нибудь заберем. Иди-ка быстрее, ступи, спрячься. Идите на место, а то сейчас шару... Ой, у меня там картошка выкинула вся. Все тупы, все тупы. Немножко передвинулся, передвигается немного, да? Где он? Ну, обязательно. У меня еще горит. Угу. Оно движется. Да вот я тоже вижу, что он начал двигаться. Мама, оно движется. Оно потихонечку летит так. Медленно, не спеша. Видишь? Опс. Все быстрее и быстрее. Сейчас спрятался за домом.